Крыму и Севастополе построят 2 электроподстанции. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Информация размещена на официальном сайте Кабмина. Первую из них, подстанцию Нахимовская напряжением 330-110 кВт, планируют возвести между действующей подстанцией Севастополь и заводом железобетонных изделий на улице Чернореченской. Губернатор города-героя Михаил Развожаев на своей странице в Телеграм подчеркнул, что новый сетевой комплекс создаст дополнительные возможности для работы Балаклавской ТЭС, а также увеличит передачу мощностей по электросетям Крымского полуострова. Вторая подстанция газовая напряжением 220 кВт станет ключевым объектом для электроснабжения газовой инфраструктуры полуострова и позволит обеспечивать газом новые регионы. Далее приводим цитату. «Благодаря работе этих подстанций даже при растущем потреблении электроэнергии электроснабжение Крымского полуострова останется бесперебойным. Строительство будет идти в рамках федерального проекта «Гарантировано обеспечение доступной электроэнергии», входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».